Вот Оль Бордюров вообще тут такой срач, блин. Вот трава какая вот у нас. Красавица вся в грязи. Чистота, порядок возле подъезда у нас вообще супер. Культурно, да. Очень чисто убирают возле подъезда. Ну это то, что по, один раз и то это по грязи размазали ее. Вот трава здесь, смотрите, какая у нас необкошенная вообще. А зачем косить? Сезон прошел, ни разу не косили. Грязь везде, возле дома. Невозможно глянуть даже. Это у нас так коммунальная служба обслуживают. За что мы платим деньги, непонятно. И это не из-за того, что тут кто-то сильно часто это гадить. Нет, это из-за того, что уборки вообще за 2 года не проводилось. А зачем? Лучше деньги в карман положить. Вот. Очень чисто. Грязи по колено. А зачем убирать? Хай зарастает. Это наша детская площадка такая. За что мы платим деньги за уборку, расскажите. За техобслуживание нашего дома. Где она производится? Уже такого гадюшника точно нигде не будет. Местная пепельница.